основательной подготовки. Что, послушаем твой трек? Ну что-то сейчас я не хочется слушать. Кайф, да? Кайфово. Вокал, да. Это так, как и в спорте. О, думаю, вокал, что... это вообще такая тонкая грань, мне кажется. Да. Свой голос. Да. Ну, блин, это так офигенно, что ты можешь им управлять круто. Я иногда бывает... У меня много песен, которые я напишу, но я не могу их спеть. Ну, в смысле, я уже потом, когда начинаю... Я такой, о, классно! Ну, в смысле, когда ты напеваешь, это одно. А когда ты уже хочешь исполнить... Потому что когда ты, ну, ты вот когда ты начинаешь что-то записывать, mm-hmm. ты уже понимаешь, а, вот здесь чуть-чуть надо добавить там динамику, а здесь хочется, чтобы mm-hmm. вот так было. А здесь уже. Даже вот эта песня для меня сложная. То есть там да-да-да-да-да. То есть мне, я, ну, мне очень сложно, очень четко. Ну я уже мелодию заполнил, даже примерно. А в работу хорошо получилось здесь. Я тоже. Да, в этом такое помещение такое. Я хотела как будто что-то между телефоном и вакуумом, ну, типа ты. Да-да-да. Потому что это, у меня идея была, что он как будто, у него, это в его мыслях, что он такой закрылся, такой, то есть вот такая идея. И там в программе тоже я там пиздыкаюсь, как будто я мучаюсь, типа от иллюзии. Ну, такая идея. Здесь получается все графика, то есть, когда идут выступления, можно прям адаптировать все под программу. Я вот хочу сейчас сделать концепт. Моя программа будет начинаться с видео. То есть сам сюжет он будет сначала в виде видео, и потом видео, как бы, есть такой транзишн, переход, когда оно заканчивается, и действие продолжается на льду, почти как театр. Ну вот. Ну, в общем, и вот использовать вообще всю вот эту графику, я не знаю, насколько это получится. Вот. Ну и попробовать вот свою песню. Угу. Здесь еще бэнд-то, тебе кажется, будет, да? У нас будет этот оркестр. Эстрадный симфонический. Сэч, блин. Ну приходи, если этот. Даже если там не получается, там семью приводи. Пусть посмотрят. Да. Но мы снимать будем, поэтому это будет в эфире. Не, в весеннее, вообще в весеннее буду этот, в Китае тут. В Китае, да? Да. Вообще, после моего вообще. Плохой танцор. Action. Thank you.
She don't know all my crazy things were only meant for her. I confess all my songs, my tears. She made me do this and more. I don't know if I'll ever get attention. There's a line of people just like me. I bet she knows that she's being special. It makes me hard to believe. She won't be mine, no matter what I would do. She's so fine, she's too perfect to be true. All over my mind, I don't know how to move on. She won't be mine, 'cause I am not good enough. Say yeah.